Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть животные против лесорубов. Эх, все сложнее и сложнее нам здесь получается выживать. Точнее, не выживать, а спасать деревья, я бы так сказал. Давай. Воу. Слушай, хороший уловчик мы с тобой получили. Так, ну что у нас тут получается? Вот это, да, миссия? Подожди, апгрейд, можно сделать апгрейдик себе? Легкий такой апгрейдик. Так, 221. Подожди, а тут... А, у нас 220. Понятно. Нам не хватает еще сотки. Ну что, ребята, я готов. Я готов, моя обезьянка Чучундра тоже готова. Обезьянка Чучундра. Да что ты, Рэй, раздухался-то? Не понимаю я. Слушай, а что так много? А что так? Прям нереально, ребята, далеко. Я тебе сейчас... Слушай, они крепкие. Они крепкие. Давай крокодила вызовем. Да, я вызову, наверное, крокодила. А змея пытается, ребят, заплевать. Оу, а ты посмотри. Ты посмотри, как они моментально, друзья мои, уничтожили. Мне не нравится вот этот подход. Ребята, дерево скоро рухнет. Там уже кто-то рубит, блин. Финальная волна, блин. Что-то мне как-то... Нет, уже... Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, друзья мои. Сейчас дерево срубят. Они змею мою последнюю... Мой последний оплот уничтожили. Да вы не успеете, блин, тут... Твою-то дивизию. Ты посмотри, что произошло, ребят. Вот так вот сделали мне, блин, подарочек называется. Две звездочки, друзья мои. Не более. Да потому что этих моих животных кто-то там задерживал, понимаешь? Их кто-то там задерживал, блин. Вот и все. Вот тебе и... Крокодила все-таки надо прокачивать. Я вот так вот смотрю, ребята, он все-таки по силе очень крут. Кусает он очень хорошо, а если его еще и вкачать, то он станет вообще имбовым. Ну согласись. Так что этот уровень у нас, ребята, получается в пролете. Хоть они и радуются, но на их месте я бы не радовался, потому что на 80% пройдены всего лишь. Окей. Так, а это у нас, друзья, новое животное здесь будет. И здесь, если не ошибаюсь, будет панда. Вот тут уже, по-моему, точно будет панда. А, нет, тигр. А я без прокачки сюда собрался, да, идти? Блин. Ай, без прокачки. А, тут еще и вон как. Три волны, но почему-то, ребята... Как тебе это объяснить-то? Очень быстро будут волны выходить. Так я тебе скажу. Крокодила вызываем. Пускай он там. Так, этого он подбил.
Ну вот, 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 еще он вытворяет, ребят. Так, я пойду, наверное, сбегаю быстренько. Успею, не успею, не знаю. Офигенно! Что мне сделать-то? Крокодила еще одного? Ну, ну, допустим, допустим. Блин, вот там он задерживает очень, ребят, неприятная, блин, ситуевина, если честно. И то, что у нас... Подожди, а что там? Что там? Да вот там, что? Ну, хорошо, что хоть два крокодила оставалось у нас. То есть они как бы туда-то пошли и заодно, ребята... Блин, гориллы, ну почему вы такие слабые? Или они такие сильные? Ты посмотри, что делают, ребят. Мясо, это все, я все понимаю, это все хорошо. Так, они подоспели, они все-таки подоспели. Что надо? Вот, вот это самое неприятное, друзья. Вот это самое неприятное. Они идут туда, и их начинают давить машины. Понимаешь? Их начинает давить машина. Перекрывает нам вот здесь вот путь с тобой. Ну, ты сам понимаешь, что кобра здесь... Сейчас же срубят. Срубят сейчас дерево, ребят. И этот еще там долбанный охотник. Или как его там назвать-то, я даже не знаю. Крокодил, давай, ты мне нужен. Слушай, может быть обойдется еще, а? Посмотри, вроде как стабилизировались. Фьюх. Стабилизируюсь, друзья мои. Ты видел, сколько у дерева осталось хп? На подсосе. Змеи очень долго, ребята, плюются. Очень долго плюются. Ну что, тигр наш? Тигр наш. Окей. Если честно, я не помню, что, ребята, он делает. То ли ускоряет наших животных, то ли еще что-то я сейчас даже не припомню. Так. Опа, мы с тобой два кубка. Апгрейд. Апгрейд, 224. Сколько? 300. Тут 260. То есть в любом случае нам... А, он, она быстрее бросается кокосами. Ё-моё, вот оно что. Ну давай тогда просто апгрейдим. Офигеть, апгрейдил. Оу. Носорог. А вот это я не помню, это пантеру. Не помню, друзья мои, хоть убей. Ну чё, погнали. Я опять забыл прокачать скиллы. Господи, смотри, сколько деревьев. Никого новеньких нету? Нету. Ну чё, вместо... Давай вместо змеи попробуем взять тигра. Блин, он, конечно, стоит, ну, на 10 единиц дороже. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, друзья мои, что к чему и почему.
Что-то наш тигр, по-моему, ребята, сдает позиции. Ну, я, в принципе, могу понять, почему он сдает позиции. Он, друзья, он не прокачанный. Так, я вот так сделаю. Там, по-моему, кто-то нам козни делает. Да, ребятушки, еще какие козни делает. Крокодил. Крокодильчик ты наш. Вон, бригада идет. Бригада, ух, состоящая из двух, да? Так, с этими разобрались. Я пойду опять, ребята, за... Отдыхну, на. Так, что у нас тут происходит? У нас тут происходит хорошо, за исключением одного, что сейчас будет, блин, давить, уже давит. Но мы успели, наша команда здесь, ребята, успела подойти. Да кто ж там все дерево-то рубит-то, не могу понять. Все, разобрались вы с ним, да? Вот один на один. Да, тигр как-то... Тигр как-то слабоват. Один на один. И где мои, извините меня, крокодилы? А это последняя волна получается, да, у нас, друзья мои? Ну да. Там-то разобрались, да, они здесь разобрались. Я еще одного крокодильчика там вызвал. Ну так, для подстраховки. Дерево почти, ребят, срубили. Смотри, оно. На чем держит? На добром слове держится. Есть. Есть контакт. Ребятушки, есть. Нифига себе, 20 листьев. Какие мне там 20 листьев? Ага, дадут они тебе. Держи карман шире. А вот это что такое? Ага. Сто желудей. Континент номер 2. Ай, зачем я это сделал, блин? Ну ты понял, да? Тьфу ты. Лопухнулся, конечно, друзья мои. Лопухнулся. Так, ну что же, давай пойдем посмотрим. Блин, 100 желудей, ребята. Ох ты. Гигантский дровосек. Друзья мои, гигантский дровосек появился. Гиант Чоппер. Я вот спал и видел, как бы, блин, Гиант Чоппера бы увидеть. Как бы не пропустить его в физиономию противную. А он взял и явился, а? Так, ладно, с этим, я думаю, мы справимся. Я на это надеюсь.
А мне нужно собирать бананы. И, наверное, еще одного крокодила вызову. А вот, ребята, гигантские эти. И вот, по-моему, с приходом этих дровосеков гигантских, ребята, у нас будут первые наши проблемы. Да, теперь вот возобнови обратно. Ох, нифига, они там лупят. Да завязывайте давайте, мужики. Почему улей-то недоступен-то? Вот. Блин, крокодила надо. И обезьяну прокачивать нам с ее этими. Да че ж так долго ты там бомбишь, а? Ну, крокодил, ну шворкни ты его уже там. Этих гигантов, ребята, даже чоппер. Ой, чоппер, блин. Даже кокосовый обстрел их практически не берет. Офигеть. Улей, да, улей, я не спорю, ребята. Улей крут. Тут даже вопросов нету. Ой. Так. С вашего позволения, там сбегаю, посмотрю. Ну, там вроде никаких высадок не было, поэтому вряд ли мы там увидели свой какой-нибудь прятающийся желудь. Угу. Так, ну, у нас выбор. Либо-либо. Ну, я пойду, наверное... Так, вот сделаем. А что тут опять? 200? Нет, спасибо, больше мне не надо открывать, а? Итак, открою. Как думаешь, кто здесь? Здесь, наверное, уже точно панда или кенгуру. Панда, ребят. Ну, панда, блин, ну мы, помнишь, брали панду с тобой. Ну что она делает? Она как страж. Она как страж. Ее не так легко пробить. Но, тем не менее, она, по-моему, не дерется. Мне кажется, что у нас уже Коко наша стала слабеньким. Вот что я хотел сказать. И крокодил. Крокодил тоже, ребята, очень... Да, крокодил тоже очень, ребята, слабо бьется. Зато он живучий, смотри, его бомбит сзади дровосек. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ну куда вы поперли? Ну куда? Ну зачем вы так делаете-то? Ну твою налево, а. Вот это меня всегда, ребята, и раздражало. Зачем они туда побежали? Так, ладно, пока они тут с ними дерутся, я пойду пособираю опять же бананы. Зачем ты, вот зачем ты рейд сделал-то? Че, они уже до дерева добрались? Еще как добрались? Thank you.
волна-то еще не последняя. Так, давай, наверное, гориллу возьмем. Крокодилы довольны, уходят, правильно? Делал дело, гуляй смело. Чего же вы такие бестолковые-то? Зачем же вы идете-то туда-то прям? Так, насколько я понимаю, друзья мои, это последний у нас. Дровосек и охотник, да? До свидания. Так, теперь бомбим машину. Давай, 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 машину уничтожаем. Вот так вот. Прекрасно. Прекрасно, слов нет. Панда такая довольная. Видишь, атаковать она не может, но у нее дофигища здоровья. Но я тебе скажу, что это... Опа, вот здесь я, наверное, так вот сделал. Я, правда, не помню, что бургер дает, но, по-моему, дает выпадение, ребята, всяких плюшек. Чего? Deflect Bleed и Hell... А! Бонус к здоровью и кровотечению? Блит. Ну, что-то в этом роде. Так. Ну что, дорогие друзья, давайте-ка мы, наверное, на сегодня закончим. Обязательно увидимся уже в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.